Широкие дорожки, современное освещение, безопасная детская игровая зона. В микрорайоне Подрезково скоро откроют новый парк площадью 10 гектаров. Сегодня первый заместитель главы городского округа Химки Дмитрий Кайгородов проверил готовность парка к официальному открытию 1 мая. Остались последние штрихи – установка скамеек, укладка специального покрытия в спортивной зоне, озеленение. Здесь предусмотрены и сгруппированы локально зоны для людей, для всех интересов, скажем так. Это и спортивные площадки, где у нас будет воркаут, для скейтбордистов площадка. Площадка мы увидим для мини-футбола. Плюс, конечно, у нас большая будет территория, просто прогулочная, где можно будет просто погулять. На территории парка откроют кафе и пункты прокатов. Также подрядчик должен за 2 недели организовать дополнительные входы в парк, помимо центрального.